Вот так, на протяжечку. И на манку с вишней. И снова здоровочки всем подписчики, здоровочки. Да, и не только подписчики. Может, даже кто-то с новеньких нас дивится. Так что, если что, подписывайтесь, будем, если что, дружить. Может, вам понравится. Итак, сегодня мы выехали на большущий водоемчик. Ну, его сейчас не видно, потому что мы в камышах. Я стал в тенек хоть отдохнуть, потому что 30 километров на велосипеде. Пропер. Значит, орудие у нас будет лова. О, вот такой спиннинг двухметровый, катушка дешевская, а тут дорогая не надо. Ну и плюс всего спиннинга у этой удочки, тем, что оно получается скользящий поплавок. И на нем есть даже обозначение. Вот сейчас мы на него и посмотрим, что оно означает, это обозначение. Уже кто не знает, о, значит 5 плюс 3. 5 – это значит весь поплавка, 3 – это сколько надо свинца туда добавить. Латунна вставочка така, оце за счет чого воно далеко і летить, і чого весь поплавка таки. Це, короче, плюс, молодці розробники, що це вставили, продумали, що менше тепер свинця клепати на леску, бо вічно то переріже, то це. Значить, свинець у мене тут скользящий, значить, як воно йде? Крючок, потім у мене узілок на леске, стопорок, це щоб свинець не спускався. Потом опять же йде стопорок і опять узілок. Потом поплавок і опять стопорок, яким ми міряємо глибину. Ну, він на катушці десь тут. О, бо я тоді рибачив. О, глибина була здорова, 3 метри. Наживка у нас буде. Черв'як. Манка з вишнями. Та це в кульку були вишні, виходить. Я туди манку кину. Нічого. Може буде ще й краще. Так. И опарыш, это мне товарищ в траве заховал, пока я ехал, бо товарищ пораньше выехал, и на той стороне рыбачи. Мне в траве опарыша заховал. Так, давайте подивимся на местечко, на яку мы будем сегодня рыбачить. Ну, я на нем уже рыбачил полмесяца назад. Во, вот таке местечко. Глубина тут. За камышом 2 метра. 5 метров от камыша уже там 4 метра. Разнообразие рыбы тут, друзья. Ужас. Что хочете? И линый карась, и щука, и плотва, и краснопер. Короче, не перечислить, пальцев не хватает. О, все есть. Так что на крючок может попасться просто нежданчик. Просто нежданчик. В общем так, каша у меня там, что у меня в каше? Макуха, хліб, каша якась там стара, що не доїли. О. Ну, такого особо нічого немає. Та ви як знаєте, що я на YouTube-каналі, у мене нічого такого сверхъестественного нікуди не було. О. Так що. Так, в общем, закармлюємо, цепляємо наживку і, короче, вперед, вперед, время, время. Да, плохо, что тут тенька немає. Ну, попозже воно буде тут тенечек. Так, кашку, малашку туда. Багато бросать не будемо. Так, слиганца. Та й бросать метров на 7 максимум будемо. Хоча я можу кинуть метров і на 10. Ну, а вітер зараз в лісу, то на 15 я точно вже не кину. Хоча, якщо б ззаді вітер у мене був, то я б кинув би на 15. Так, треба камінь. Тут садок у мене. Подивись. Так. Ага. Удобне. Удилище в рюкзак кинул и поехал. О, удобно. Раз, раз, раз.
і готово. Да, якщо короб на нього почепиться, то першим ділом, що це лесько сразу рване. Так, крюкан у мене тут четверка. Да, четверочка. Так, давайте попробуем на парика сразу. О. Руки в зеленке. Вчера травму получил. Велосипед, педаль ремонтировал. Короче, по педали промазал молотком, валив себе по руки. Да. Кто-то меня сглазил с велосипедом. То педаль, то колесо, то еще что-то. А, капец. Ну, не хвоста, не чешуиным. О, бачите, куда докинул? Метров на 10. Ну, це еще и размахнулся не сильно. Опа, уже клює. Вот так. Глубина там у меня десь 2,5. Я сделал. А ну а где мы кинули, то там глубина. О, ну давай, давай, поднимай. 4 метра. Ну, на пол воды ловим, короче. Ну что, поднял и все. И стоишь, да? Ну хорошо. Такс. Может, опарыш уже стянул. Тебе сбил. Жало выглядая, мужа. Давайте проверим. Ну, взял хорошо. Потопил. Поднял. А, ну, жало выглядая. Хотя, вы знаете, я дивився, ну, некоторые рыбаки цепляют это, там два опарыша, да? И они их цепляют вот так, нацепили, а жало торчит. Ну, я этого не понимаю, друзья. Ну, не понимаю я этого. Оставлять жало. Я с детства рыбачу, я всегда прикрываю жало, чтобы рыбка не кололася, потому что навколо это все, она там уже брать не будет. Ну, на вкус и цвет товарищей нет, как говорят. О, там рыбачки сидят. Да, вон рыбачки на машине приехали. Ну, рыбачки, порыбачить, отдохнуть, ну, сами понимаете. Но я езжу сюда не отдыхать, я сюда езжу рыбачить. Рыбалка, как вы знаете, у меня трудовая. Да. Наловить рыбы, привезти домой, поесть рыбы. Я же, как уже сказал, что рыба у меня сейчас заменяет и свинину, и говядину, все заменяет. Да. Так что, сами все понимаете прекрасно. Ё-моё. Да что ж такое? Поднимаю я то хорошо. Мимо. Оно ж понимаете, друзья, оно це карася половишь, половишь. И оно пакеты привыкнешь. Ну, пока привыкнешь, це надо. Так, ладно, посыпем еще одного парыша. О, а давайте бутербродик сделаем. А? И мы сейчас манки ему сверху на опарыша. У меня манка такая, что от рукой пальцами накрутил и посыпил. Она как резина. О, вот такой у нас бутельброд. Если довгенько не бере, ну довгенько там секунд 15, я чуть-чуть подтягиваю. Ну, чтобы наживка гралася, бультыхалася. Еще подтянем трохи. Опля. Так, давай, давай, давай. Ну, 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 ну. О, что-то сидит. Что-то вроде сидит. Надо и траву, траву тянет, гад. Что у нас там сидит? О, плотва. Так, первая рыбка.
на бутерброд. О! Вот, а це ще невелика. Тут хороша риба есть. Тарань даже есть. Крупно. Жаруха, вот это да. Не, на рыбалку сейчас надо только на ночь. Кстати, на ночь хочу вот это поехать. Ух ты, маза, фака. Вот так, сразу потопило поплавок, так хорошо. А что это там такое? Ага. Ага. Плотвуха. Плотвуха, жаруха. Ух. Какая. Вот и маночка с вишней на фрукту взяла. Чисто случайно. Вишня на манку прилепилася. Просто шорю, що в кульку було. Були вишні і прилепилося воно там. Тут сразу треба на поготові бути, тому що може моментально взяти, як перед цим усю. Я хотів вже відвернутися, і це вовремя, що я поки ще не відвернуся. Відвернуся, все, склювало би. Так, протяжечка чуть-чуть. Опля, видите, протяжечка сделалась и есть, и есть. Вот вам и протяжечка. Як вона вишні любить, а? Плотвуха. Давай в садочок. В камишик положив садок, тому що тут сонце. Рибка швидко пропаде, тому що плотва взагалі вона швидко пропадає. Вона така ніжна вся, тендітна. Це карась железний. Живучкий, а плотва быстро. Ух ты, ёханый баба, есть! Вишня! От вам и вишня! От вам и вишня! Манка с вишней, друзья! Лайфхак! Вишневое плотво! Вот так! Все, обрываем у себя на огородах, на дачах вишню и добавляем в хлеб, в манку, в черви, в опарыша. Так, небольшой кусочек подцепим. А ну-ка, на вишню давай. Може, ти ще на абрикоси будеш клювати? Якраз уже почти сезон абрикос. Ага, протяжечка. Протяжечка. Плотва вона сходу бере. Її ждати особо не треба. Це не карась.
То есть закинули 5, ну максимум там 10 секунд, нет, протяжечка. 5-10, протяжечка. У мене є ще відео на каналі, там де я плотву ловлю і густеру на сало. О, не соленое сало. Так що я ссылку на відео ставлю в описі під этим відео. Так, а де густера? В прошлый раз півмісяця назад у мене тут і густера клювала. Хороша, жирна, жирнюченька, красавица. Я бы сам сейчас тоже плющ зиб, так хочется что-то кисленького, чи компотика с вишнями. Ой, это холодненького. І ще саме головне, дивитися на леску, та що вже в воду йде. Якщо вона дугою, о, або вона там змієобразна вже, що не на тяжечку, вам треба його трохи підтягувати, тому що коли будете смикати, то ви впусту смикнете, а поплок буде на місці. За цим треба теж наблюдати. Протяжечка. Так що з протяжечкою воно не вспіває дугою. Ух ти, як хоробай! Підняло ж прям. Ну це, мабуть, не плотва. Може верховодка, а ну щось невеличке. А, красноперка. Красноперка.
Ну давай, это она еще маленькая, хай растет. Даже красноперка взяла. Сейчас на червячка подцепим. Червячка в воду, в холодочек, потому что он даже в теньку с горячим воздухом сварятся. Давай рыбу приводь сюда, крякалка. Да, на червячка не сильно. А не сильно, потому что еще тут маловато плотвы. Когда ей тут богатенько, то разрывайте червячок. Конкуренция ж все-таки. О, окунёк попался, с пальчик. Отпускаем, хорасте. Хищник уже вышел на охоту. А червячка впіймали. Да, дольше приходиться ждать. Но тут уже без промаха. Та й вообще, пока на червя ловиш одну, на манку, можна так сказати, три уже впіймаєш, пока на червя ловиш. Так що червячок поки відставив. Жирная красавица. Я. Боже. Ты же моя.
ты! Ух ты! Ух тышка! Нашли свободный ротик, так сказать. Ну, давай, давай. Ой, разорвалося. Ну, что ж ты так осторожно берешь? У меня такое чувство бывает, что вот если клюв перестает, крупная рыба подходит. И мелкую рыбу, ну и плотву нашу разгоняет. Крупная, это может короб на 10 килограмм, на 5-10 килограмм. Либо что? Ну здорово что-то. Давай, 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 поднимай, поднимай. Иди сюда. А ну что там такое? Бре, резвое. Диви, 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 що витворяє, а? Диви, що витворяє. Крупняшка. Іди сюди. Тихо там в садку. Не кипішуйте. Ух ты! Что ты там так крякаешь, что змея хапанула? Эй! Дяба! Докричалася! Наверное. Та щось не бачено в камышах где-то слева. Та спас бы тебе, ну блин, тебе даже не бачу. Жабу б спас из-за того, что комарей дофигища развелось. Так что жабы надо. Иди сюда. На манку с вишней, на манку с вишней. Безотказно. Вишня, друзья, вишня. Секрет только для моих подписчиков. Манка на вишню. Тьфу, манка на вишню. Плотва на вишневую манку. Во. Манка на вишню. Мимо. Так, уже телефон звонит. Да, коллега по рыбалке, что там? Ну клює, а в тебе клює? Ты уже и собрался? О, хоть десятку поймал? Десятку хоть поймал? Я понял. Ну давай, если что до меня подходи, я собраться тоже буду сейчас. Ты сейчас собрался, я понял, давай.
товарищу дам еще 5 плотвичек. Бо він не розстроєний, не впіймав. Та він був на той стороні. Взяв він черви опариша. Коротше, поки їхав, вони там в кульку, чи не там їх десь положив. В общем, вони пропали. Поки він об'їхав, сюди приїхав. Коротше, время. Ну, в общем. Отака ситуація. Ну, я йому манку дав. Ну, просто людина ще, виходить, він на дальні поплавки, от это, він не може, ще не приучився ловити. Вони ж тут зовсім по-другому йде тактика, взагалі зовсім по-другому. Не так, як ви на удочку, то кинули, витягнули, там карась як положе поплавки. Тут ні, тут треба притопив, вже тяни. А тим більше на манку, то це взагалі. Зразу треба на манку. Малейший різкий кльов, о, сразу тянуть надо. Так, ну що, витягнемо ще одну плотвичку. Постараюся витягнути. Та будемо... Опа, тут, а? Давай. Шаба! О! Ух ты, только не сойди, только не сойди. Только не сойди. Трава, трава, трава. Трава у дома. Есть. Крайнюю плотвичку. И хорош. А давайте поглядим, что там. На садочку. О, килограмма 2 есть. О, еще вот так. Кинем одну. Все, ровно 2 килограмма. Ну, где-то до 2 кг есть. Десь 1800. Я уже, кстати, на руку вот так положил, и уже все, уже знаю, сколько тут примерно. Все, будем закругляться. Ну что, вывод. Манка с вишней работает на ура. О, ну что она. Сделав маночку, як резина, до пальця вона взагалі не липне, бачите? Можна крутити її, цеплять. Головне, щоб вона на сонці у вас не висихала. Якщо починає підсихати, ви водичкою трохи смачуйте. Так що манка з вишнею forever, йо-моё. На, кушай. В общем, так, друзі. Спасибо вам за просмотр. За ваш лайк. О. Оставайтесь с нами. Если не подписчик еще, подписывайтесь до нас. Думаю, вам понравится. Тем более, все, я хочу, короче, поехать с ночевочкой на рыбалку. На поплавочные удочки со светлячками. Ну, уже более-менее там на линка, на карася, на ляща уже, на короба. Ну, что понимаете, да, ночь, крупная рыба, она до баря подходит. Во. И вот это думаю, приехать сюда, ну не сюда именно, но на цей водоем, вот только туда, на ту сторону до посадочки, там у меня же места есть в камышах, я уже сделал. О, ну в общем, все в планах, все будет, тем более следующее видео готовится, ловля в камышах в болотном костюме, там вообще огонь видосик будет, только я еще полностью не сделал, не смонтировал. Залью. Все, товарищ уже звонит. Все, друзья, всем пока. В рыбалке вам ни хвоста, ни чешуи. Короче, все будет классно. Все, друзья, пока-пока.